Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона, врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря усилиям этих людей в уходящем году нашей губернии удалось справиться со всеми задачами. За значительный вклад в развитие энергетики в Самарской области было присвоено почетное звание «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» Анатолию Михайловичу Афанасьеву, управляющему директору общества с ограниченной ответственностью, управляющей компании холдинга «Волгопромгаз». Что касается награды, это большая многолетняя работа у тех людей, с которыми мы идем вместе по жизни, вместе работаем. Я очень благодарен Дмитрию Игоревичу вам за высокую оценку нашей деятельности и заверяю, что мы готовы дальше успешно работать на благо земли Самарской.